Пожилые жители городского округа Мытищи сегодня побывали в Клину. Они посетили храм иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» и музей-заповедник Петра Ильича Чайковского. Экскурсионный автобус отправился рано утром от здания администрации городского округа Мытищи. Настроение хорошее, отличное, бодрое. Так что унывать нельзя. Экскурсовод хороший. Погода прекрасная. Надеемся, что все благополучно доберемся. Напомню, с 1 октября на территории городского округа Мытищи, как и всего Подмосковья, стартовал проект губернатора Московской области «Активное долголетие». Он включает в себя 10 направлений. Одно из них – активность, предполагает туристические экскурсионные поездки. Каждую среду мытищенки, которым исполнилось 55, и мытищенцы, которым 60, могут бесплатно совершить интересное путешествие. Эта поездка уже третья. Ранее пожилые жители муниципалитета познакомились с жостовским промыслом и достопримечательностями Серпухова. Экскурсионная программа составлена до конца года. Ознакомиться с ней можно в мобильном приложении «Социальные услуги». Также можно и записаться через мобильное приложение «Социальные услуги», через портал «Активное долголетие» и через Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста. Мы всех жителей приглашаем принимать активное участие, потому что это очень интересно, полезно. Самое главное – это общение. И я думаю, что всем такие поездки очень понравятся. Недостатков желающих посетить памятные места Подмосковья нет, даже несмотря на то, что проект «Активное долголетие» стартовал всего 2 недели назад. В Клину сегодня побывали 40 мытищенцев серебряного возраста.